Здорово всем, друзья, с вами DevPlay, и на этот раз у нас игрушка под названием Plunger Roulette. Это у нас типа Buckshot Roulette, но на телефоне, короче, я в Play Market нашел вот этот Buckshot Roulette, сейчас объясню, что это за игра, но то, наверное, не Buckshot, а Bullshit Roulette, потому что такая херня, короче, сделана, типа порт с ПК на Android, на самом деле херня полнейшая, а вот тут уже роблоксовская версия. Ну, здесь немножко по-другому. Здесь, короче, вместо дробовика, который или ты стреляешь своего соперника, или проверяешь, может быть, это даст осечку, может, это патрон холостой в себя. Ну, короче, я думаю, что многие уже знают. Если вдруг не знают, то посмотрите эту игру и вместе с моим прохождением и поймете, о чем идет речь. Есть тут еще, кстати, еще и мультиплеер. Это реально хороший плюс этой игре по сравнению с Buckshot Roulette. Короче, ну, дробовиковая рулетка, короче, так скажем. Да, это типа, опять-таки, еще простыми словами скажу. Это у нас русская рулетка, где вот там, как его, заряжает револьвер, потом крутит барабан и пробует, или выстрелит, или нет. Но здесь немножко по-другому. Нажмем играть. Видите, второй уровень у нас закрыт, первый есть. Прикольно должно быть. Я, честно говоря, в таких играх немножко волнуюсь, так скажем. И тут ими реально приходится волноваться, потому что никогда ты не знаешь. Добро пожаловать, то сюда, говорят. Хоть не хочешь взглянуть? Ага, какая-то у него еще листовка по разыскиванию. Давай сделаем это нашей последней игрой. Я также дам награду, как всегда. Ну, как всегда, море. Разреши мне напомнить о правилах игры. Вот, у нас первый раунд пошел. Два настоящих рычага, два холостых. Видите, зеленые, я так понял, холостые, красные, значит, настоящие. Рычаги расположены в неизвестном порядке. То есть, все. Нам показали, сколько холостых, сколько настоящих, и в итоге показывают нормально. Настоящие рычаги подключены к бомбам. Так что я бы не рекомендовал нажимать тебе. То есть, тут вместо дробаша у нас кнопки, и эти рычаги подключены, ну, где-то динамитом, которые стоят возле нас, да, вы заметили. Вроде бы никуда не торопимся. Давайте пока что я вам объясню, в чем вся суть. Короче, мы можем сейчас прожать на любой рычаг, на любую кнопку, можно сказать, да. И если оно холостая, то с нами ничего не будет. Если она настоящая, то мы взрываемся. Ну, если мы знаем, что этот рычаг взрывной, то мы прожимаем, видите, здесь циферка 4. Надо было, блин, мышка подключить. Ну, ничего, если это видео зависит, в следующий раз еще раз будем играть и будет с мышкой. Если мы прожмем на четверочку вот эту, да, у нас один вот этот станет 3 сразу, и мы переключаем взрыв на нашего соперника. Так как мы с вами сейчас не знаем, какой рычаг настоящий, какой не настоящий, поэтому давайте на свою... Наугад нажмем на один рычаг. Блять, мы взорвали себя. Ну, так скажем, игра началась не в нашу пользу, к сожалению. Не успел прочесть, что там было. Да, он тоже решил, как я, рискнуть. Видите, было холостой. Так, значит, тут у нас один настоящий остался, один не настоящий. Давайте, наверное, нажмем на эту четверочку. Оп, переключим на него. И если это сейчас будет настоящее, то мы его взорвем. Теперь настоящие рычаги будут подключены к моей бомбе. Ну, она объясняет то, что я только что сказал. Число на кнопке показывает, сколько раз вы сможете. И видите, это еще число ограничено. Если в Buckshot Roulette можно было, ну, постоянно там переключаться или в него стоять, или в себя, то тут у нас ограничено. То есть мы не можем постоянно. Дальше уже приходится чисто, знаете, на везение. То есть он будет нажимать... На, если не на ту нажмет, в себя зарвет. То есть только на себя будем играть, поняли? Нажимать эти рычаги. Так, поехали. Давай, 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 взорвись. Есть. Правильно выбрал я рычаг. Значит, следующий уже остается холостой, последний. Он его прожмет, и ничего с ним не будет. Я нажму последний холостой рычаг на себя. Ну, то есть он в курсе был, что это холостой. Нет, просто бывает, что... Самый искусственный интеллект врага, он бывает тупит. Один настоящий, два холостых. Так, красный все-таки настоящий. Они заходят под стол в неизвестном порядке. Хорош.
Так, он рисковый, видите, сразу. Но он типа тут шанс больше, что он не настоящий будет, поняли? Так, а что мне не выдают эти самые? Тут еще должны выдавать, короче, приколюхи, которые можно будет использовать в дальнейшем. Пока что-то ничего не появляется. Так, ну тут уже шанс 50 на 50. Или мы прожимаем правильно, или нет. Давайте не будем рисковать и прожмем на него, потому что если сейчас будет как раз-таки настоящий, то мы его ваншотаем, грубо говоря. Давай-давай, взорвись. Блин, все, теперь он точно меня взорвет. Ну, ничего, у нас все равно еще есть шанс, потому что у нас будет сейчас 1 и 1. Ну, промахнулся, так сказать. Просто я думал, знаете, в предыдущий раз он в левой стороне был рычаг настоящий. Думаю, сейчас на этот раз, наверное, направо будет. Блин, я не смотрел. Я не смотрел, какие рычаги. Вот, да, вот это фигня. Короче, нам сейчас по-любому надо прожимать в его сторону, потому что, блин, иначе нам хана. Давайте, повезет, не повезет сейчас. От этого зависит, будет ли дальше игра идти или нет. Повезло, ребята. Хорош. Devil Play wins. Выиграли мы. Все, пошли на второй раунд. А где же это самое? Где, давайте, сундуки. Теперь как насчет того, чтобы мы сделали все немного поинтереснее. Во, класс, наконец-то. Ты будешь получать вещи после каждого раунда, чтобы их, короче, использовать. Да. Две вещи каждому. Давай, давай. А, я должен прожимать? Ну, давайте. Достанем. О, две лупы. Ребята, это офигенно. Мы теперь будем знать, благодаря этим лупам, где находится настоящий, где нет. Я увидел. Один настоящий, два не настоящих. Желательно, конечно, найти сразу, потому что две лупы просто так сейчас расходят, не особо хочется. Так, берем лупу. Так, в прошлый раз это было, ну просто редко, ну в основном, если в теорию верить, то чаще всего они бывают в разных местах. Если это было тогда в левой стороне, то по идее возможно, что оно по центру будет. Нет. Нет. Должен был черепок появиться. Ну давайте, короче, давайте тогда наугад. Если посередине точно у нас халат стоит, значит справа, потому что в прошлый раз с левой стороны был взрывной. Если я не забыл уже. Блин. Ну у нас есть шанс в чем? То, что он может... Да не, он сейчас уже точно нас взорвет. Очень интересно. Бляха-муха. Блять, он еще и молотком ебанет сейчас его. Сука, видите, опять-таки на том же самом рычаге у нас настоящий. Неприятно, конечно. Надеюсь, нам дадут хилки, да? На следующий раунд. Ну что, нажимаем этот, понятно, что тут холостой. Так, молоток. О, сейчас мы будем мстить. Так, молоток сюда. Давай бинт. А, это типа пропустить ход, да? Типа, если мы пьем вот эту банку. Так, два настоящих, два этих. Разрешает вам нажать на рычаг без каких-либо рисков. Блин, нам бы сейчас... Давайте, наверное, один пропустим. Ух, поехали. Пускай останется меньше рычагов. Нам нужно... Теперь у нас есть лупа и есть молоток. То желательно молотком бить, когда ты 100% уверен, что это... Ну... Все. Теперь уже можем даже без лупы спокойно, смело... Ну, я думаю, что 2 на 2 было, да? Ты хотел сначала нажать на кнопку? Не, я уверен, что я сначала хочу взять молоток и заеб... Блин, ладно, сейчас я попробую с новой и... Да, конечно, жестко я тупанул, сейчас опять-таки второй раунд, опять-таки достаем себе предметы. Молоточек, хорошо, допустим. Так, три настоящих, два это, то есть больше шансов попасть на настоящий динамит. Но, блин, без лупа я не хочу использовать молоток, поэтому... Поэтому что мы с вами делаем? Поэтому я не хочу тоже кнопку использовать. Да, давайте в холостую. Может, он сам себя взорвет. У него что-то. А, у него лупы, кстати, тоже нету. Поэтому давайте так. Вот зараза. Такую же тактику, как и я сделал. Поняли? А вот теперь непонятно. Прожали ли мы настоящую или не настоящую. Так, давайте.
Так, ну тут больше настоящих было, да, чем не настоящих. Так что есть больше шанс, вероятность, что мы сейчас прожмем с вами на настоящую. Поэтому давайте на ее переключим. Я думаю, что нам циферок этих, ну, количество кнопок нажатия хватит. Давайте. Просто прожмем. Давай, 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 давай. Да, есть. Отлично. Не, ну я там, конечно, жестко тупанул. Я думаю, сейчас комментарии, блин. Не ругайте сильно, я понял свою ошибку, ребят. Зараза. Ну да, это было очевидно на самом деле. Вот сейчас просто плохо, что может быть и третья быть, понимаете, настоящая. Но очень с малой вероятностью, потому что мы две прожали с помощью вот этого. Но я не хочу сейчас это тратить на этот ход, ничего. Долбанет так долбанет. Мне кажется, здесь... Блять! Это же получается, мы с ним прожали не настоящие с этой, ну, с банкой, да? Банку выпили и прожали оба не настоящие. А все остальные три были настоящие. Ну, блин. Ну, откуда знал, что до такой степени будет совпадение? Блин, три молотка. Ну, значит, будем ебашить по нему только молотком. Так, здесь у нас холостые. Вот это уже сложно. Без лупы и без всего остального. Мне что-то молотки не выдают. Ну, давайте фиксим. Значит, переключаемся на него. Молотков у нас достаточно. Если хоть один раз мы попадем молотком, то это будет хорошо. Давайте вот так прожмем. Есть! Хорош, хорош, хорош. У нас сейчас наравне. Кстати, у него молотка нету, это хорошо. Если это будет холостым, то все. Мы его сейчас завалим, ребят. Надеюсь. Надеюсь, что тут настоящий. Не, нифига. Ладно. А, блин, сколько можно молотки давать мне? Дайте мне лить. О, хорошо. А у него, кстати, тоже есть, если ошибаюсь, да, бинт есть. Да, у него тоже есть бинт. Один на один. Опасно. Что он сделал? А, подлечился. Блять, у него еще и лупа есть. Сука, он теперь точно будет знать, какой настоящий. Молотка, надеюсь, нет у него. Зараза, он теперь точно знает, какой настоящий. А, ну то похер, все равно второй будет холостой, поэтому он максимум что, один раз может нас взорвать. Ну то было тупо, конечно. Так, сейчас мы подхилимся, ребят, не переживайте, не волнуйтесь. Сейчас все будет. Да, вторая была холостая. Так, давайте достаем. О, лупа, хорошо. Вот сейчас бы мне вот попало бы 50 на 50, вот это два рычага. Это было бы офигенно. Ну, понятно, давай. Вылаживай. Вот сейчас, ну, больше шансов все-таки настоящие. Блин, ты что, прикалываешься? А, это типа у нас снялись, да, наручники? Я же правильно понял. Надеюсь, я сейчас найду с вами настоящую. Блять, это ж надо так тут повезло, да? Но я думаю, что рядом с ней вряд ли будет не настоящий. Поэтому давайте ебашим. Блин, подожди, кнопка, да, да, кнопка. Хорошо, что напомнил мне. А то опять сейчас тупанул бы. Давай. Все. Сейчас надо один раз всего лишь по нему попасть. У него, надеюсь, молотка нету. Молотка у него нету. Так. Ага, а что-то он взял, поняли, лупы и в итоге на холостую прожал. Так, нам молоток сейчас не нужен, нам нужно по нему попасть. Давайте, у нас есть шанс попасть, типа у нас выходит, осталось что? Один остался холостой и два настоящих. Давайте так прожмем, я думаю, что там не будет так расположено. Ну, не факт, опять-таки, не факт. Есть, все. Второй раунд был пройден, мы выиграли, ребят. Логика не подвела в этой ситуации. Так, вот этот третий раунд, это самый жесткий, видите, сколько там хп. То есть это самый долгий по сравнению с остальными. Четыре вещи сразу можем брать, ребят. Хорош. Главное, вот видите, не только удача, тут еще и, блин, мозги надо правильно использовать, чтобы... Так, три холостых.
Ну, три холостых кто такое? Я здесь уже могу, думаю. Я думаю, неужели это надо, должно быть супер невезение, чтобы я сейчас прожал сразу настоящий, так скажем. А ну-ка, надеюсь, что вот это не настоящий. На себя прожимаю, понятно. Все. Сейчас посмотрим, что он сделает. Очень приятно это. Ну, ты взглянул уже. Ага, типа ты настоящий нашел? А ну да, настоящий походу нашел. Блять. А вы заметили вы? Чуть-чуть, если я чуть левее бы прожал бы, все, я бы сам себя взорвал бы. Ну что, здесь уже холостые дальше идут. Поэтому что мы с вами делаем? У нас, в принципе, еще 4 клеток есть, ничего расходовать не будем. Кнопку прожимать не будем. Да. Пропускаем ходы. И собираем приколюшки для того, чтобы его... О, хорош. Опа. Это же можно сразу 4 хп с него снять, если мы сейчас найдем с вами. Блин, нет, не получится. Тут наручники, я думаю, смысла нет убрать. А, тем более еще и ход его начинается. А почему он начинает? Это же вроде бы, ну... он же последний прожал. Только неужели нашел сразу? Я понял, он какой-то, короче, из рычагов посмотрел, он был холостым, и он решил, что вот этот будет не холостой. Ну и что, что? Давайте в любом случае тогда прожмем, зато мы 100% будем знать, какой настоящий. О, этот настоящий, отлично. Наручник не будем надевать, наш смысл, если второй будет все равно холостой. Так, прожимаем сюда, на него сначала, не тупим, как я тогда тупанул. Так, а ну-ка, и долбим молотком. Это я уже знал, поэтому. Какая еще реакция может быть? Естественная, так сказать. Так. А вот сейчас, да. Сейчас вещичек у нас полно. Блин, лупу давай. О! Игра мне послушалась, видели? Видимо, у тебя достаточно места. Ну, я в курсе. Не, блин, пошел ты, знаешь, куда, сам ты позорище. Я знаю, что я делаю. А, так у него вообще мест нету, он тогда в позорище дважды. А я не посмотрел, сколько. Сука. А, он себя хилит, падла. Ага, откуда ты знаешь? Что это... Откуда ты знаешь, что это настоящий? Ага, лошара. А теперь то же самое должно быть. Как в прошлый раз, давайте сделаем. О, стопудово. Это самое. Оп. На него переключаем и молотком долбим. Кому ты, сука, сказал, что позорище? Сейчас тебя разорвет нахер. Готов. Ага, и до жопы твоя хилка, ты все равно в минусе, чувак. А, хилится, хилится, падла. Вот это вот, вы видите, вот бывает такое, что... А, что там, второй тоже настоящий? А, и зачем... А, типа, он, подожди, он уходит, что типа, начало следующего раунда будет его. Бля, да, два настоящих было. Надо было наручники, блин, видите, вот провтыкал, ребят, провтыкал. Поэтому вот такая вот херня получилась. Я мог бы сейчас двумя молотками его шандарахнуть, блин. 100% уверенностью. Ну, сложно такие игры, так скажем, и одновременно комментировать и следить. О, два ненастоящих. Теперь было бы неплохо, если было бы. Ладно. Сейчас хилка вроде бы есть, уже хорошо. Нам везет, что он не так часто используются молотки. Опа, холостую он прожал. Ну, давайте той же тактикой тогда. Ага, значит, если это холостая, то другая будет... То другая будет не холостая, допустим. Давайте отхилимся по-любому. Лишним не будет. Нажимаем кнопку. Не, ну как-то на изи все идет, это хорошо. Как-то, знаете, опять-таки, вот, инструменты тут, ну, реально имба в игре. Наручники я не надел, потому что... Надо наручники одевать, когда ты знаешь, что ты два хода 100% будешь его ебашить. Так, оп, сюда. Давай лупу. Ну, тоже не лишним не будет. Лупа, наручники. Ну, два наручника тоже неплохо. Угу, 50 на 50. Ну, можно, да, наручником надеть. Один раз в молотком стукнуть. Ага. Так, теперь уже неизвестно. Или у нас теперь два холостых, два настоящих, или наоборот. То есть один настоящий. Так, что у нас там? Сейчас посмотрим. Так, давайте как сделаем. Давайте в любом случае наденем на него наручники.
Если повезет, мы два раза сейчас прожмем настоящие, если, конечно, они тут есть. Если нет, то хотя бы один раз, надеюсь. Да, хотел прожать, да-да-да. Блин, хорошо, что напоминает, а это, блин. Оп, поехали. Ну, типа, да, игра сразу автоматически реагирует на то, что, типа, что она там. Типа, не будешь же человек сам себе молотком ебашить, да, так скажем, на кнопку. Так, и теперь еще второй раз. Оп. А ну-ка. А, это выходит, получается, что это вот это два раза, да? Так, подожди. А, значит, два холостых я прожал. Блядь. Вот это мне не повезло сейчас, капец как. Да, еще и молотком я стукнул, хорошо. Вообще отлично. Так я... А, блин, мне хватало один раз его стукнуть, блин, и все, у него 2 хп всего лишь. Давай лупа, пожалуйста. Ну, хорошо, или молоток. Блять. И что теперь делать? А, и тут один взрыв, конечно же. А, сам по себе давай, толбани. Так. Значит, теперь 2 холостых, один настоящий остался. Давай отхилимся. На всякий случай, ребят, на всякий случай. Потому что, видите, она, да, бывает, ну, реально не везет. Даже с инструментами не везет. Так. Тут на самом деле, наверное, молоток я не буду пока использовать. Хотя, блин, если попаду, то да, хорошо будет. Так, ну, хотя бы единичку мы снимем с него. Хотя, блин, давайте молотком. Фиг с ним. Давай. Нет. Плохо то, что мне вот последний остался, поняли? Да, давайте. Наугад, не знаю. Может, он сам себе потом добьет как-то. Сука. У него 2 хп осталось, и он... Не, ну, это уже бред. Это уже, ну... Мне просто жестко не повезло. Так он еще и молотком ебашит, поняли? Он 100% знает, что это на меня. И все. Мне хана. Хоть у меня хп больше было. Ну, ситуация не в мою пользу, короче. Так, ладно. Лупы мне не выпадает, это падла скотина. Ему главное выпадает, а мне не. Ну и что? А, вот сейчас. А что у него кнопка бесконечная, что ли? Давай в себя шандарахни 2 раза и все. И все, хорош, молодец, красавчик. Все, нормально. Так. ХПшку восстановим. Мне похер, я все равно по-любому на себя жму, поэтому, ну, мне смысл. Я лучше буду пить вот так и лупить. Ага, на меня. Вот, бочку накатить. Ага. Ну, сейчас это точно уже взрывная, поэтому, блин, пьем по-любому. А у нее, походу, эта кнопка бесконечна, да? У нее, видите, даже мы не видим цифру. Тут надо желательно мне вот побольше, да, вот этой херни, чтобы мы 100% по себе не били. О, хорош. Так, давай, ты начинай. На себя. Блять, на меня опять. А, все, 0, кстати, есть. Все, теперь у нее тоже закончилось. Давай, холостую прожми, пожалуйста. Надеюсь, холостая. Мать твою. У нас хоть 3 хп, надеюсь. А, у нас даже 4, хорошо. Еще не пропали. А, сейчас он себя прожмет. Сейчас он себя прожмет. Надеюсь. Есть! Все, победа, ребята. Наконец-то. Devil Play выиграл. Это победа, ребята. Получилось. Ну, было, ну, под конец вообще как-то, знаете. Как вам сказать, было напряжно. Я вам скажу. Ну, я не сказал, чтобы идеально прям делал, но тем не менее победа. И как мне нравится эта музыка в начале. Кстати, очень напоминает Inscription, вот эта вся стилистика, и также Buckshot рулит. Наверное, по-любому это те, кто, ну, первые разрабы оригинала, так скажем, в любом случае, наверное, играли в эту игру, или если не те же разрабы, не знаю. Пишите комментарии, кто шарит. Это очень интересно было бы
узнать. А ну-ка, нажмем на играть, посмотрим, тут открывается нового персонажа. Да! Вся какая-то тьма там непонятная. Круто, ребята. Если этот ролик залезет, то мы обязательно с вами поиграем еще в следующий уровень, так скажем. А пока что прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте на колокольчик на все уведомления. Также не забывайте делиться с друзьями. Игра классная, опять-таки Roblox. Заходите, там пишите в поиск самый, как это называется, ну, Plunger Roulet, и там появляется такой типа полицейский и вот эта морда, вот эта, которую мы сейчас бились с вами. До следующего, всем удачи, всем пока!